И как стало известно, сегодня может состояться телефонный разговор лидеров России, Франции, Германии, а также Великобритании. Обсуждать планируют ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в Кремле. Тем временем в самой Арабской Республике все новые силы подключаются к перемирию. По информации российского Минобороны, за сутки о намерении выйти из войны заявили еще 18 отрядов оппозиции. Прекратить огонь решила одна из крупнейших группировок, которая противостояла правительственным войскам – Джейш-аль-Ислам. Борьба с ИГИЛ, террористическая организация, напомню, запрещена в России, как и во многих других странах, тем временем не останавливается. Недалеко от границы с Ираком сирийские ВВС нанесли удар по базе боевиков. Отряды курдов отбили атаки террористов на жилые кварталы Алеппо.